Сказки, письма, форма – то немногое, что осталось от героических предков. Их память мы должны чтить, воспитывать в детях чувство патриотизма. Большую роль в этом играют музеи. Я был удивлен, что на территории лицея такой музей есть. Считаю, что патриотическая работа, которая проводится здесь, она необходима. К 75-летию Великой Победы мы планируем выпустить книгу. Будем сотрудничать с музеем, который находится в лицее номер 18. Книга будет посвящена героям Советского Союза, выпускникам Орловского бронетанкового училища. Автор – руководитель музея Самарина Марина Ивановна.